Наша Родина, Россия, большая страна, огромная, конца и краю ей не видно. Много людей живет в нашей стране, много народов, но все они живут единой семьей, помогают друг другу. В нашем венке благоухает и сохраняет свою первозданность. Пусть каждый помнит, что Россия – наш общий дом. Программу праздника подготовили Верхнепышминский парк культуры и отдыха совместно с детско-юношеским центром «Алые паруса» при поддержке Управления культуры городского округа Верхняя Пышма, Управления физической культуры, спорта и молодежной политики городского округа Верхняя Пышма, Управления образования городского округа Верхняя Пышма в рамках проекта «Парк национальных культур».